Праздник Валерий, 42 года, город Днепрорудный. 7 лет проработал на военных аэродромах, из них 2 года на Чернобыльской территории. В результате начал рассыпаться организм, чувствовал себя старичком. Была страшная слабость, усталость, спал по 16 часов в сутки. Отказывала печень, болел желудок, жег позвоночник. Раз в месяц очищали кровь капельницами. Вы не поверите, я посчитал, у меня было 36 заболеваний. Биологически активные добавочки восстановили меня за 3 месяца. Представляете? Перед этим 6 лет лечился в различных больницах и всевозможными народными способами. Продукты компании NSP применяю регулярно. Каска разбудила мой спящий кишечник. Пыльца и мегахел дают мне море энергии. Хлорофилл дает прекрасный цвет лица. Меня покинула даже аллергия, которая была с 18 лет. Я сегодня полностью молодой и здоровый человек. Спасибо.